Приветствую, друзья! В раннем ролике мы с вами посмотрели, как физическое лицо, называющее себя судьей, совершало преступление против своего народа, пытаясь уединиться на своей палубе со своей секретаршей. Оставлять такое нарушение было бы верхом неприличия, поэтому пришлось составить вексель на досрочное прекращение полномочий лица, замещающего должность судьи, и отправить лицу, замещающему должность председателя, а также лицам в коллекционной коллегии судей на акцепт. Но системе это не нравится, и она попыталась сопротивляться. Что из этого вышло, давайте посмотрим. 4 июля 2022 года. Слушаю вас. Приемную надо. Паспорт, пожалуйста. А кто спрашивает? Видно, пристав. Можно помочь? Я вам не обязан здесь представлять. Не обязан. Нахожусь на рабочем месте. То есть не будете? Я вам не обязан. Ну не обязан, то есть не будете. Угу. Все понятно. Паспорт персоны. Так, мне надо без рамки пройти. Сообщите альтернативный способ прохождения. А где? Что еще раз? Альтернативный способ прохождения без рамки. Сообщите. Ручным металлоискателем. Когда вас посмотрят, ручным металлоискателем. Другого нету, да, альтернативного? Больше нет. Все понятно. Откройте. Так пройти. Добрый день. Здравствуйте. Будете смотреть? Конечно. Папочка хорошая. Ты тоже за 10 лет столько наобучался. Это же рентген, вы знаете, вы сами проходите здесь? Конечно. Тоже будут проблемы. Все, пожалуйста. На процесс? Нет, нет, сюда. А подскажите время точное. Сейчас точное время 12:18. Можно вот так? Мой нельзя, а персоны можно. Штампик сфотографировать. Не вижу даты и подписи. Дата вот, подпись вот. Дата 12:18, вы считаете это время? Нет, а, выше, вот, выше, ага, выше. Да, все видим. А можно тогда по паспорту посмотреть вашу подпись? Там другая подпись. Нет. Видите, кто подает? Там я подпись вижу. Персоны. А тут подает мужчина. Поставьте мне вот здесь в конце подпись, как еще. Нет, паспорт. Понимаете, вот видите номер дела? Вот видите? Вот по этому номеру дела есть апелляционное определение, что подпись ставится где угодно сверху. У вас подпись никак в вашем паспорте. Ну так принимать не паспорт вам сдает документ, а я по истечении года уже приношу такие бумажки, а вы у меня только первый раз. Ну я вас первый раз увидел просто. Ну вот, значит... Проконсультируйтесь конкретно. Давайте я проконсультируюсь. Хорошо, подождите. Мне сказали взять у вас. Вам надо это штампик? Штампик сфотографировать. Пожалуйста. Угу. Благодарствую. Все, хорошо. До свидания.